Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сейчас я вам расскажу про еще один вариант замачивания семян для ускорения прорастания из серии экспериментальных. И это сушеные грибы, а точнее растворы сушеных грибов. Давайте разберемся, почему же этот раствор так эффективен для семян. Как известно, грибы имеют в своем составе абсолютно все необходимые как организму человека, так и растению микроэлементы. Они их впитывают из почвы и накапливают в себе, как губка набирает воду. В грибах содержится 18 ценных аминокислот, а также витамины А, Д, Е, ПП и В. И, конечно же, множество микроэлементов. Среди них цинк, калий, медь, марганец, фосфор и сера. Кроме того, в грибах есть органические кислоты, а также бета-глюкан и меланин. Другими словами, грибы содержат все необходимые будущему растению микроэлементы. И как вы думаете, что будет, если оставить наши семена в таком растворе? Конечно же, они напитаются максимум полезных веществ, что положительно скажется на будущей рассаде и урожае. Я буду брать для раствора сушеные грибы, там и белые, и подберезовики, и подосиновики, и польские. Для того, чтобы выделить микроэлементы из грибов в водный раствор, их нужно замочить, примерно на сутки залив кипятком. В грибной настой, как и в иные натуральные растворы, нужно поместить тряпочку, но это может быть марля или бинт. Хорошо увлажнив ее, а уже в нее завернуть семена и продержать их так около 6 часов. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!